этим людям характерна внимательность к жизни. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Носителю имени не придется заставлять трудиться. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. По силе духа владелец этого имени – сильная личность с большими амбициями и желанием выделяться среди тех, кем себя окружают. Люди, чьи имена резонируют с этой цифрой, часто становятся лидерами и первопроходцами в любой сфере деятельности, обладающими большим творческим потенциалом. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Это имя носит будоражный характер, более склонно окружать себя людьми, которые или ниже по социальному статусу, либо не обладающие явным авторитетом. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.